Всем привет, друзья, с вами Назар. Продолжаем играть за Италию. Итак, в этой серии будем воевать против Португалии. Есть тут у меня... Ах ты, зараза. Ах ты, блин. Я тут наоборот хотел... Ну, короче, я смотрел перед серией, перед тем, как записывать, где-то за месяц, за два. Я тут, кстати, промотал лет пять, наверное. Я нигде не воевал, просто... усмирял восстание, занимался внутренними делами, вот. И тут Англия наоборот хотела воевать, а Кастилия не хотела, а теперь наоборот. Хм. И что с тобой, Кастилия, делать? Ну, разве что вот так идти. Кстати, Англия тут не будет идти на Тунис. Блин. Да. Откосили, не хочет. Они уже воюют. Вот западло. Западло так западло. Как вариант куда-то Кастилью зазвать. Но куда ее зазовешь? Особо некуда. Ну ладно, воюем против Сангая, значит. Поехали. Не знаю, вот этот союз с османами, рвать его, не рвать. Вообще, что с ним делать, даже не знаю. Короче, поехали вот сюда. Тут объединим наши две армии и перебросим их на Тунис. Там, я думаю, у него есть армии нормальные, такие большие, скорее всего. Я тут даже и флот подготовил, короче, все подготовил. А тут Кастилия. Опа, а что, он умер? Да, умер. Ну ладно, ты, в принципе, пооткрывал то, что мне надо было. Пока что иди, я думаю, вот сюда ты безопасно зайдешь. Тут есть сангайские, наверное, корабли. Так, вы, парни, наверное, пока уйдите. Хотя там 13-я, но я не знаю, смогу ли я сражаться. Эй, ты куда? Ты забыл? Пацанов забыл. Ты что? Так. Ну, потихонечку выносим тунисские корабли. Вообще желательно их все к чертям вынести. Чтобы мне тут не долбали мозги своими рейдами. Так, а сюда? А если так? Да. Так, они не заходят внутрь порта. Так, что-то там набираем, набираем корабли. Воруем. Неплохо, неплохо. О, за Неаполь аж 20-ку дали. Что-то многовато уже получается. Чтобы взять, чтобы взять, чтобы взять. Ну, рекорды пока не нужны. Ладно, ничего не буду брать. Так, ты там успеешь дойти. Давай вот сюда стань. А то не сможешь дойти. Так, эти сюда пошли. Сколько вообще у них армии? А, у них вообще нет армии. 11, 14, 15 тысяч. Понятно. Все с вами понятно. 15 тысяч, я сам сюда зайду. Так, 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 так. Видите? Строишь, строишь планы, а они ни хрена не работают. Ну и в Тунисе, соответственно, тоже вообще ни хрена нету армии. А почему? Вроде Тунис не такая какая-то там отсталая страна. Армия как бы может быть, должна бы быть. Так, попробуем заодно выполнить вот эту вот ачивочку. Вот, вот эта вот штука. Нужно быть итальянской культуры и сделать так, чтобы регион Тунис имел соточку вот этой фигни, опустошения. Вот.
вот эта армия будет опустошать, а та другая будет... Тихо, тихо, стой. Сюда иди. А та другая будет оккупировать. Воруют, кстати, немножко пираты. Мне даже не жалко. Так, вступили в бой. Посмотрим на этот бой. Ясно. Все ясно. О, а что у меня тут? А, я обычную тут кавалерию нанял. Че это я? Зачем это я? О, отлично. Ну, берем, наверное, админ эффективность сначала. Так, этих парней сразу можно разделить. Один тут не станет, а другой тут будет воровать. Ну, в принципе, это легко сделать. Да, тут пару месяцев оно все выносится. Но, правда, это девятка. А тут будет подольше, тут тридцатка. Но тоже можно напхать туда войск, да и оно быстро все сделается. Вот этих четыре пробки, насколько я понимаю. Если я правильно понимаю. Так, стоим. Ах ты тварь. Ну ладно, хрен с ним. Это все равно не успею. Полностью уничтожил. Не дает мне вот эту фигню построить. Торговый вот этот пункт. Да, я тоже занимался строительством всякого разного добра. Так, ты зайди сюда. Сюда давайте выходить. А, нельзя. Ясно. Нельзя, так нельзя. Так, тут поставили, сюда еще отправил. Давайте сюда отправим. Немножко Луизиану можно поразвивать. Она тут такая самая бедная, наверное, из всех наших колоний. Нет, бедная, самая бедная это Канада, конечно. Там бедные пробки на севере. Португалия, я вижу, суннитской станет. Вообще охренеть. Ладно, будет что перекрещивать, за что папское влияние набивать себе. Так, а вот тут, зачем я это здесь держу? Подскажите мне. А, я все равно отсюда не смогу выйти. А, можно сюда выйти хотя бы. Что там? Тут уже полностью сделано дело. Так, корабли, корабли, корабли. Пока что в Тунис пусть станут, пусть поремонтируются чуть-чуть. Вообще-то вот эти каравелки можно отправить обратно. Защитить торговлю в Генуе. Я их тут присоединил, потому что там думал против Англии буду воевать, там Португалии, у них там флоты есть какие-то. Боялся. Тут оно, вот оно, что Михалыч оказывается. Так, что-то где-то взято. Ага, взято здесь. Понятно. Стоп. А, это было пехота. Это я пехоту потерял. Тюты. Тюты. А, что там дальше? Аж на севере. Вот и тунисский флот. Значит, самой флот будет охота за вражеским флотом вот здесь. Пошел. Было бы неплохо разбить ему корабли все Тунису.
Ага, да, еще новая группа идей. Скорее всего, что это будет военная, я себе так думаю. Но нам надо рано или поздно воевать против османа. А, там всякий либо гуманизм или админка, это нам не пом... Ну, админка нам не нужна, даже вот это нам не нужно. Итальянские идеи и так крутые. Имеет такую же скидку, оно нафиг не надо. Дипломатия еще думал. Но дипломатия, в принципе, тоже, знаете, агре нету такой, чтобы коалиции формировались. Тут мелкие страны поубирали. Осталась тут только Франция, получается. Ну, может, на Англию что-то будет идти. Она тоже католик от Франции. Вот тут будем хватать, а на Англию она тоже будет капать. А тут все протестанты, им плевать на то, что происходит с католиком. Я думаю, что нужно брать наступление. Осадное умение есть. Генералы лучше будут. И дисциплина лучше. Лимит нам нафиг не надо. Это тоже не надо. И это тоже. Ну тут три такие, да, ненужные идеи, но остальные хорошие. Осадное умение влияет на то, насколько быстро вот этот кружочек заполняется. Вот. У нас каждая фаза 29 дней идет от базового 30. А это уменьшит, считайте. Насколько оно уменьшит, если так посчитать. Приблизительно 20%. 20% от 30 это сколько? 6. 1% это у нас 3 дня. Да, на 6 дней уменьшит. Быстрее будут, ну, вот эти чик-чик-чик подниматься процентики. Хорошая штука. А если особенно воюешь против страны, у которой еще и взяты защитные идеи, та же Франция, то достаточно, достаточно хорошая вещь. Так, ты у нас топай вон туда. Ты что тут у нас почти. Я думаю, тебя хватит. Ну, давай еще дадим две кавалерии. Когда вы сюда идете, ты встань сюда, а ты уже иди тут. Истощай. Полностью. Полностью. Тут чуть-чуть осталось. О, тихо. Ай, блин, какая-то хрень идет. 78. Ну ладно, придется взять. Хорватские, португальские, килванские. Зараза. Килванские, я их сбивал там. Все равно растет. Тут мне еще французы посеяли недовольство. Козлы такие. Ненавижу. Так, вы сюда. Еще мы сюда фабрикуем. Чуть-чуть решил заняться фабрикацией. Чем бы и нет. Так, тут мы улучшили, в принципе, нормально. Кто там еще меня не любит? Канада. Ну, Канада, в принципе, пофиг. Мексика, давай. Против французов все равно будем атаковать через или все-таки за дипломатию. Мне просто этих дипачков как очень большого количества какой-то ненужной вещи, скажем это так. Кстати, дипломатия с военно-морскими идеями дают охренительную политику на улучшение отношений. Это быстрее сбивается агрессивка, и на влияние агрессивки минус 10%. Да, ну так вот, вообще, в общем, это бесполезная группа идей.
Моряки, корабли. Корабли в этой игре это чисто транспорт. В основном это транспорт. Ну, не знаю. Не, ну прикольная штука. Но нам надо наступать. Сорян. Так, почем нынче? 420. А чё так дорого? Ну, вот тут есть плюс 5%. Все, понял. У нас просто раньше было Савойские идеи, там было снижение на 10%. Оно было по 360. Теперь его нету. А есть наоборот плюс 5%. Понял. Потому 420. Понял. Ну чё, может вот тут снять? В принципе, оно не особо сейчас нужно. Ну, сюда будет больше капать. Разве что вот сюда перебросить, но тут минус 3 пойдет на семерку. А мы раз в 10 лет можем менять, да? Вроде бы да. Мы же империя. Ладно, пока ставим сюда. Закрываем вот это, а потом посмотрим. Так, нет, еще чуть-чуть есть. А с этими очками мы просто будем вкладывать в развитие Рима. Есть, кстати, вот тут уже выполнено все три. Вот. Сюда мужичка. Ну, еще, наверное, месяц и все. Так, полностью. 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 Где мой флот? Это не ты. Это ты. Сейчас вот отсюда выплывут корабли. Чуть-чуть осталось. Заодно отсюда, наверное, заберем наши войска. О! Пока есть время, давайте на Португалию еще что-то сфабрикуем. Тихо, не то. Может, не будет за него еще вступаться Кастилия? Кого я могу позвать? Австрия. А, кстати, тут тоже флот, порт есть. Так, первая военка. Берем. Ну вот, полностью истощил, и что? И что-то не сработало. Даже не знаю, почему. Может, еще что-то надо? Блин, взяли. Вот так и знал, что возьмут. Пока я тут буду фигней маяться. Давайте, наверное, пойдем сразу на столицу. Сейчас мы попробуем быстренько туда зайти. На кораблях. А как оно тут? Ну, вот видите. Вот синий это Тунис. Область Тунис. Тут уже джерба какая-то пошла. А может тут какие-то определенные... Может вот эти еще две надо? Они как бы типа относятся к... Ну, типа современный вот Тунис сюда входит. Можно зайти, конечно, на Вики, посмотреть, что да как. С этой ачивкой. Кстати, давайте так и сделаю. Да, это не профессионально. Это надо знать все ачивки на память. Как их делать?
Так, сейчас. Achievements. Где-то внизу должно быть. Что там нарисовано? Коник. А может и не внизу? Так, нет, не внизу. Называется Карсего. Угу. F. Карсего. Не знаю. All provinces in the Tunisia era have 100 devastation. Может, я что-то не то делаю? А вот это типа должна соточка быть или что? А, ну типа должно набиваться. Ага. Типа до сотки она должна дойти, да? Я думал, типа залутать надо полностью. Вот это вот тут надо соточку. Если я правильно понимаю. Ну ладно. Кстати, а какие нам пробки нужны, чтобы сформировать Рим? А, это надо вот так найти. Сейчас. Ромы. Тут просто в Тунисе нужна какая-то пробка. Я сейчас хочу посмотреть. А, ну Тунис, собственно, сам нужен. Я вам сейчас даже покажу, какие нужны пробы для этого. Так, добавить изображение. Окей. Обзор. Рабочий стол. Тыщ-тыщ. Окей. Вот эти, короче, оранжевые пробки нужны для того, чтобы была возможность формировать Рим. А потом, когда сформируется Рим, нужно захватить каждую провинцию на берегу Средиземного, Черного и Адриатического и Ионического моря. Вот. Ну, Ионическое у нас, конечно, будет захвачено. Тут от... Ну, тут по-любому против Австрии надо будет воевать. Против, там, вижу, в Англии есть, Португалию, короче, все... С островками. Ага, Марокко вон чуть-чуть нужно взять. Каир мы взяли уже. До Ирака надо зайти. Вся Турция современная, все Балканы. Вся Франция. Италия у нас взята, кроме одной пробки. Кроме двух даже пробок. Но одну мы сейчас захватим, одна во владении Австрии находится. Ну и там... Антверпен или что? Надо еще. Сейчас вот это вот. Где оно? Вот это. Зеландия. Вот это тоже нужно. Ладно. Ладно. Сделаем. Сбацаем. Че, он обновил войска, что ли? Что у него? Так, и что там? 1000 гарнизона. Давай, получи замочки. Ну, пошел осман на Сербию. Если я бы был защитником, мне бы пришлось защищать Сербию. Было бы хорошо, если бы вот эти две перешли в протестантизм. И тогда легко можно было бы становиться. Вот, ага. Ну, ладно. Пусть будет так. Хотел уже... 11, ну тут что-то не особо-то растет. Да, смотрите, 13,5. Что-то, наверное, нужно ждать. Хрен знает сколько времени. А может туда войска поставить? Может оно быстрее будет расти? Так, 13,5. Ох, его оно вообще еле-еле. А ну сейчас поставим войска, посмотрим, как оно там растет. О, даже этого успели поймать. Фига себе. Так, ой, 64%. Что-то долго.
Чисто за оккупацию растет и все. Это, короче, будет долго. Ну ладно. Подождем. Вот это даже не буду. Чисто так побегаю тут. Позахватываю все подряд. Так, французик. Ну все, пока на эти две хватает. Как посмотрим тут ситуацию. А, обе теперь влазят. Позвать Кастилью можно? Можно. Смотрите, зовем Кастилью. Вот так вот. Она уступает с радостью. Блин, ну 6-5 опять. Ну какого хрена у них такие генералы? Возможно, это из-за тренировок. Они же постоянно тренируются. Почти что не воюют. Так стоят и тренируются, тренируются, тренируются. Наверное, из-за этого это растет так быстро. Так, что мы тут успели? Успели. Ну, мне с Сангаем чисто так, что-то там, не знаю. Какие-то прибрежные там проки взять и все. Хватит. 15, 15, 14. Ой, долго это будет. А как увеличить опустошение? И не париться этим. Но хотелось бы. Стоп, там написано, что за Неаполь вроде бы проще всего. Сейчас посмотрим. Тунис. Вписаны. Планишь фастер. Блин. Так я залутал и что? А, типа отводить войска, затем лутать. Она уже все залутана. Куда еще лутать? Она же во время войны не растет. Страж здесь что мириться и потом. Но оно, наверное, вырастет за время мира. Не знаю. Можно и достаточно долго сидеть, знаете ли. Очень-очень долго. Так, берем эти две. Па-па-па-па-па-па. Давай сюда. Тут эти 5 дипка. Тут уже на 20 раскачал, тут уже скоро нельзя будет это делать. 24. Так. Сделаем. Да не, блин. Это какой-то дичь. Реально дичь. Не знаю, как эту ачивку делать. В осаде +0.1. А
Может, это только вот этот, эта правка нужна? Тунис Ареа. Да не, Тунис Ареа это область. Я вообще без понятия. По 0,2 в месяц. В год это получается 2,4%. А кстати, не, его пополняются. Кстати, неплохо даже так выполняется. Но все равно до сотки это пипец. Это пипец. Самый настоящий пипец. Ждать вот это вот. Потому что оно быстрее наберется, если лутать. Поглядим, поглядим. Наверное. А не, смотрите, оно быстрее, если просто идет грабеж. Ага, оно за грабеж, короче, добавляет. Ну, если так, то да, тут то возможно, а тут почему не растет? 70% если будет, только не будет раздавлено до мая 27-го года. Ага, тут надо ждать, пока пройдет вот эта фигня, и тогда оно, короче, наберется добыча, да? Ясно. Я немножко слишком быстро пришел. Но все равно 26. И тут до какого нужно ждать? 28. 2 года. Это все равно до хрена. Все равно до хрена. Даже если так. О, привет, Тунис. Оно растет, растет. Хорошо, пусть растет. Тут выросло. Можно грабить. О, видите, опять француз посеял недовольство. Контршпионаж, что ли, врубать? Тут зараза кидает на меня. Ах ты, блин. Я тут уже вижу. Начинает обращать. 17,6. Допустим, сколько я получу? За счет того, что вот это все уйдет. Кстати, на следующий год будет война. Война. На 10% только, и каждых 2 года ждать. Да нет, это что? Это очень долго. Да надо следующую войну ждать. Против Туниса. Ну, типа вот так по чуть-чуть набивать, что ли. Но во время мира оно будет, конечно, восстанавливаться, но я не думаю, что оно сразу все восстановится. Ну, успеет восстановиться. Не знаю, ребята, не знаю, что вам сказать даже. Как это вообще делать? Так, здесь все сбили. Ставим сюда.
до 50 где-то довести, а потом еще раз. Если он, конечно же, не заключит еще раз союз с османом. Он может. Тихо. Ага. Вот не страшно. Но все равно я войска убрал, но я там думаю, сами наши разберутся. Тридцатка, да? Саде. Хорошо. Тут набрано. Тут ждем. Я надеюсь, я правильно понимаю, что именно эту пробку, эту этот регион надо вот это вот делать. Но еще, конечно, хорошо, когда вот эти захватывают. Давайте попробуем просто уйти отсюда. Не, ну ты пока постой. Просто когда они захватывают, то идет быстрее рост. И когда я потом тоже захватываю обратно, оно тоже идет чуть-чуть побыстрее рост. Когда идет осада. Тут нельзя отправить. Да. Тут уже пошли колонии. Ну, походу, вот тут надо как-то закрывать тоже. Иначе полезут гадины. Но они уже просят мира. Ну, я могу посидеть, конечно, в этой войне. Блин, тут надо против француза воевать, а я... Не получится против Португалии. Так, что я хотел посмотреть. Но у меня все равно оно падает пока что. Я пока могу сидеть в этой войне. Кавалеристы. Ну, Тунису еще с этими придется разбираться. Достаточно продолжительное время. Стоп, вот это... А, это не надо. В каком году там оно пойдет? Октябрь 28-го. Ну, это точно не будет. Так, рассветка. О, вот он станет сейчас тут на осаду. Это тоже не будем. Ну, короче, вот это подождем до октября. Еще вот эту разграбим. Я не буду забирать эти пробки себе. Ну, будем как-то пробовать что-то вот с этим делать. Так, ты стань сюда, ты стань сюда, ты сюда. Так, что тут полностью сожрал, я вижу. Ох, Осман, что с тобой делать потом? На тридцатку. Вот и с французами стекли перемирие. Ладно, Португалия явно потом будет... Да, тут у меня есть 26. Австрия не воюет, хорошо. Может, опять всех зазовем? Верно, так и сделаем. Пусть воюют сами из-за меня против француза. Знали, где восстать, конечно.
Ладно, пока идем сюда. Донаймем каких-то повстанцев. Не повстанцев. А... Октябрь. Февраль 30-го. Наемников донаймем. Добили все-таки. Ну, цель войны тут взята, так что счет есть. А там много и не надо. Так, сентябрь, октябрь. Пошло. Что там такое? Ага, опять идет бонусы. Вот тут можно взять вот эта штука. Деньги мне не нужны, понятное дело. Эти вот это возьмем. Еще Рим развиваем. Ну, развиваем, а чё? Чё делать-то? Тут еще порастет. Ну, проэкспериментируем. Работает ли вообще такой вот метод? Имею в виду то, что сохранится ли опустошение хоть чуть-чуть. Если хоть чуть-чуть, то уже будет как-то попроще. Ну, блин, но тоже вот так каждый раз понемножку вот это дёбать. Так, походу можно уже защитника брать. У османа на границе католики, остались только мы и поляки. Ни на поляка, ни на меня он не нападет, ибо союзы сильные. Он, я думаю, что он стыкнет. У этого Богемия еще есть. Ну и там Саксен-Лайнбург. И я. А у меня есть Польша, Австрия и Кастилия. Он точно не нападет. Так, ждем вот эту штучку и заключаем мир. Так, а куда эти ушли? Ага, куда-то туда. Куда-то туда. Хорошо. Может, там их и убьют. А может, их уже кто-то убил. Я не знаю. Так, военная карьера. Традиции. Либо профессионализм. Ну, берем профессионализм. Его тяжело набивать. Традиции набьются. Потом, как-то там, потом набьются. А вот профессионализм хрен набьется. Просто так. Так, что у нас там по времени? 43 минуты. Сейчас будем завершать серию. И уже следующий против француза будем воевать. Ладно, хватит. Хватит того, что есть. О, круто. Тут дают 2,5%, а французу дали 10%. 40, короче, 40, то что максимум можно тут набить. Ну, вообще можно, смотрите, как оно типа идет за оккупацию, ну, за осаду 0-1, ну это мало, типа вставать на осаду, а потом уходить, вставать, уходить, типа не давайте брать эту пробку, так чуть-чуть больше будет прироста, но это опять очень мало. Ну, короче, посмотрим, что мы сможем из этого всего сделать, получить. Так, Тунисик, давай ты мне вот это вот добро, это оставляй за собой.
И что еще? Ну, мне, в принципе, больше особо и ничего не надо. С османом разорви союз. И все. Больше я ничего от него требовать не буду. Почему? Потому чтобы перемирие было кратким. Написано. До 38 года, то есть это и у нас идет на 11 лет. И по идее он не сможет заключить союз там вроде... А сколько там идет? Там идет 15 лет вроде. На заключение. Ну, типа, что не могут они заключать союзы разорванные. Ну да, наверное, так. Ладно. С этим покончили. Но тут еще будут бегать повстанцы. Может, они что-то там, не знаю даже, наберут, набьют тут этого истощения. И что оно? А, оно 0,50 идет. Ну, это дружественная крепость вот это. Ну, а сейчас отобьют. Но все равно 0,5 это много. За тех 10 лет, что у нас перемирие, каждый год это сколько у нас получается? 5, ну, где-то 6. Так, грубо говоря. 6. 60 за 10 лет. Ну, оно, короче, все уйдет. И как это сделать, эту ачивку? Я не знаю. Я реально не знаю. Я не знаю, я не знаю. Надо будет думать, короче. Ладно, ребята, на этом все. Я сейчас тут раскину пробки. Так, ну это дорого. Надо закурить вообще-то. Вот, и в следующей серии опять пойдем на француза. Сейчас посмотрим, кто там хочет это. Османская империя в союзе с Францией? Тут еще никто не хочет. Не, ну они захотят. Тут нужно просто закончить войну. А, кстати, да. Надо закончить. Короче, взял вот так и вот так. Тут от Португалии потом заберу. Ой, жесть. Вот это, конечно, жесть. Не, ну можно. Можно, кстати. Победить. Что у Франции по войскам? 100 тысяч. Нет, нельзя победить. Франция и... Польша и Австрия, они как бы должны османа сдерживать, а я с Кастильцем должны француза в то время захватывать и что-то попытаться захватить. Но для этого нужно дохренище наемников. Просто дохренище. 1050. Нужно уже брать и заказывать. А я хочу попробовать вот такой вариант. Мне главное, чтобы Осман не смог сюда пробиться. Надо брать весь флот, объединять, ставить на патруль, чтобы османские корабли тут не ходили. И надо, вот как я говорю, брать французские крепости. Благо их немного. Вот этих... Да даже вот эту одну берется, и потом на Париж дорога открыта. А взятый Париж — это уже половина успеха. Да, они вот только заключили союз. Две сильнейшие страны мира заключают союз. Это что вот тут показано, это, конечно, ничего не значит. Франция, вот если так посмотреть, Франция намного сильнее, чем Россия и чем Мин.
Ну это заруба будет, конечно, знатная. А что у француза по характеристикам? Француза 117. Абсолютизм, кстати, большой у француза. Откуда он его взял? Ну, профессионализм, конечно, низкий. Боевой дух. Но у него отключена армия. Он включит и там будет боевой дух. До небес взлетит. Ну, мы еще поднимем на 2,5. Жаль, тут, конечно, нету никаких боевых характеристик. Тут и так стоит на пятерочку. Идею мы не закроем. Военные, чтобы получить еще бонусы. Тут надо до конца идти. Это ж... много, это достаточно много, нужно проделать большой путь, а еще нужны будут очки, чтобы бить стены, разбивать. Разве что попробовать, тоже не знаю, расшануть на какую-то из армий. Ставить сюда свою, отсюда вот на эту расшануть. Они тут просто как-то так. Кто бы сомневался, что он умрет. Ну как? Ну почему они постоянно умирают? Ну почему? Ну постоянно. Вот постоянно они умирают. На постой. Бесит, просто бесит. Так, флот. Ну ладно, флот пока туда идет, транспортирует. Хорошо, ребята, все, заканчиваем серию. Я тут все расставлю, подготовлюсь и будем пробовать что-то воевать. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.